Sangera Dutti Padam. Sei Mora Shankar. Sei Sangera Dutti Padam. You know? Gauranga Dutti Padam. Sei Sangera Dutti Padam. Samiji, just to sing this. Yes. All Gaudiya Vaishnava. They like this scripture. Thank you.
Pada Jara Dhana Sampada Sejane Bhakadira Sasara. Я принимаю прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Дути Пада. У двух лотосных стоп. Две лотосные стопы Чайтаньи Махапрабху, они как лотосы, они сладостные, они благоухающие, они больше, чем лотосы. Они лучше, чем лотосы со всех точек зрения. Почему? Потому что лотос закрывается, или он высыхает и умирает. Но эти стопы никогда не высохнут. Те, кто приняли эти два лотосных цветка, лотосных стопы Чайтаньи Махапрабху, как свое самое большое богатство, Седжане Бхакати Расасара, они могут осознать Бхакти-расу. Бхакти-расасару. Суть, сар, значит суть бхакти-расы. Бхакти-расы сар. Сначала есть бхакти. Есть 64 вида бхакти, описанных Шрилой Рупой Госвами. Not the bhakti.
это не бхакти. Mixed with karma, mixed нет, again, не бхакти, смешанное с бхакти, с гьяной, кармой и так далее, с тапасией. Нет, чистая бхакти. Аня била шуня. 64 анги чистого бхакти. Когда вы практикуете, вы должны практиковать одну из этих 64 форм, но не иметь в своем сердце при этом материальных желаний. Материальных желаний, нежелания освобождения. Не желать быть богатым. Иногда мы видим, что преданные, которые практикуют бхакти и служат своему духовному учителю, Гурудеву, они они делят 25% Гурудеву, 75% себе, иногда 50-50%. А иногда они хотят проглотить все сами, ничего не отдавая Гурудеву и Кришне. Проглотить все хотят. Но они не знают, что за это они отправятся в ад. Единственной вашей целью при совершении анг-бхакти должна быть обретение высшей любви к Кришне. А если вы что-то еще привносите в свое сердце, какие-то желания престижа, богатства, славы, тогда это не будет шуддха-бхакти. Непременно это будет все разрушено. Поэтому не отдавайте свое сердце. Это не будет бхакти. Бхакти бывает трех видов. Сварупсида бхакти, сангасида бхакти и арупсида бхакти. Шраманам киртам вишну шмаранам. And for this one we want Krishna bhakti. Шраванам, киртанам, смаранам. И единственное желание при этом должно быть счастье Кришны, счастье Гурудева и счастье преданных. Никаких материальных вещей. Ничего. Никаких 50% не 50% Кришне. Мы знаем. Мы знаем, что большинство из нас как раз такие. Если вы хотите быть чистым преданным, тогда должны вы делать сварупсида бхакти. Кришна все остальное устроит сам. Вы должны делать эти вещи без материальных желаний. А не так, что вы идете от двери к двери, собираете деньги для того, чтобы делать храм. Но если вы возьмете хотя бы одну копеечку из этого, себе, тогда разрушена будет ваша духовная жизнь. Не делайте этого. Нет необходимости делать храмы. В нашем сердце нужно сделать храм. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила, наш Гурудев сказал, сделайте сердце свое храмом и сердца других храмом сделайте. Гауракишор Дас Бабаджи Махарадж. Он не строил храмы. Шрила Рупа Госвами, он построил храм Говиндаджи только. И даже не сам он сделал, а других попросил. Очень немногие храмы построили наши Госвами. А иначе, вместе со строительством храма все эти глупости придут также. Поэтому прежде всего сделайте свое сердце храмом. Сангасида. Если хорошие качества присутствуют в бхакти, тогда это хорошо. А если у вас просто хорошие качества, но не эти бхакти, тогда у этих хороших качеств нет никакой ценности.
У самого бхакти все качества хорошие проявляются. Если у вас есть бхакти, а если нету бхакти, то любые ваши хорошие качества — это ноль. Мы не должны пытаться быть хорошими, честными. Терпеливыми. I speak true. Говорить правду. You should do bhakti first. Не делайте на это усилие. Делайте бхакти. Занимайтесь бхакти. Все хорошее естественным образом потом к вам придет. А если этого нету, а вы искусственно пытаетесь это развить, если нету бхакти, а вы искусственно пытаетесь развить хорошее качество, все остальное уйдет. Что я сказал? Преданный, мы не должны прилагать отдельно усилия, чтобы развить хорошие качества, такие как честность. Лучше совершать бхакти, автоматически придут все хорошие качества. Также любые виды знания. Если вы окончили университет, это хорошо. Потом вы присоединились к сознанию Кришны. Мы здесь не спрашиваем никаких образований, никаких университетов. Ничего вам этого не нужно. Лучше попробуйте попасть в школу Шрилы Харидаса Такура. Шрилы Гауракишора Дас Бабаджи Махараджа. Вы должны повторять святое имя. Вы не должны развивать искусственное знание или любые другие качества. Мы должны напрямую зависеть только от Харинама и Харикатхи и служения нашему Гурудеву и Вайшнавам. Это самые хорошие качества, лучше, чем институтские качества. Там все есть. Все. Университет не сможет дать вам визу во Вриндаван, но эти вещи могут дать. Не только визу, все они могут дать вам. Если вы преданы святому имени и Харикатхе, тогда охранники Галока Вриндавана, они пропустят вас. А если они увидят только материальные желания, тогда они остановят вас. Санга Сидха и Ароп Сидха. Особенно мы постоянно совершаем Ароп Сидха Бхакти, не Санга Сидха Бхакти. Мы хотим смешивать все с материальным. Столько всего делаем. Ради чего? Ради ничего. Вы должны всем сердцем стараться помогать другим обрести сваруп Сидха Бхакти. Свамиджи говорил, просто повторяйте Харинам, слушайте Харикатху, танцуйте, принимайте Махапрасад и распространяйте все это. Это очень хороший университет, я думаю. Свамиджи проповедовал, я думаю, только этими тремя вещами. Наша религия — это кухонная религия, что-то подсказывает, но это очень возвышенный университет, говорит Шрила Гурудев. Поэтому мы должны пытаться. Те, кто приняли прибежище у лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху и считают, что это единственное их большое богатство, они могут знать бхакти, расу и бхакти, раса, сар. Что значит сар? Сар — это суть. Сначала бхакти. Потом бхакти-раса, а потом бхакти-раса-сара. В Шримад-Бхагаватам бхакти-раса-сара дается. В читании Чаритамрити бхакти-раса-сара дается. Что это такое? Прежде всего, вы должны понять, что значит бхакти. Если вы практикуете анья-билашита-шиньям, гьяна-карма-анабритам,
Анукулена Кришна Нушилана в правильном процессе. Полученном от совершенного духовного учителя или настоящего вайшнава. Тогда мы начнем со шрадхи, ништи, ручи. Со всех этих вещей избавимся от оскорблений, анартх, всех мирских привязанностей. It is very hard to gallop. Они будут мешать вашему бхакти очень сильно. Без них мы сможем быстро прогрессировать, поэтому мы должны делать бхакти Шравана Киртнам. Все 64 анги бхакти, которые благоприятны для нас. И тогда бхакти раса. Что значит бхакти раса? Рупа Госвами совершал бхакти расу, где бхава, вибхава, анубхава, сатвика и вьябичари смешиваются в пропорциях определенных. В правильных пропорциях. Тогда они станут бхакти расой. Какова наша стая бхава? Каковы отношения наши с Господом, с Кришной? С Ашрая. Мы Ашрая также. И Аламбана, Удипана. Столько много разных вещей еще добавится к этому. И после этого Ябичари, Сатвика, все эти составляющие идут присоединяться к нашей стае бхаве. И тогда это будет бхакти расой. Как пример, смотрите, Кришна, он объект премы, а мама Ишода, ее вассали раса, она ашрая, она источник, она вместилище любви. Мама Ишода, она увидела, что Кришна пришел к ней. Он маленький мальчик, без одежды. Он подошел к маме и говорит: «Мама, мама, мама», плачет. И его... Он плакал, и он размывал, каджал слезами, тер кулаками. И он хныкал, хныкал. Мама Ишода, она вскрывала йогу. Она оставила вскрывание йогурта и взяла своего ребенка себе на руки. Кришна здесь объект любви. А мама Ишода, она мама, она ашрая, она вместилище любви Кришне. Когда она взяла его на руки, она увидела, что лицо Кришны заплаканное, но такое прекрасное. И она поцеловала Кришну и похлопала вот так по попке и сказала: «Не плачь, не плачь, мой дорогой», и начала петь. И она так была счастлива от этого, что слезы потекли у ней из глаз. Это тоже анубхава, одна из 33, и сатвика. Она тоже испытывала дрожь, разные аштасатвика викары. Лицо меняло цвет в соответствии с тем, как новые и новые настроения появлялись у нее. Целовать сына – это тоже определенная вичари бхава. И слезы у нее текли. И она ласкала своего сына, гладила по голове. Все это, когда смешано вместе, это бхакти раса в сердце Ишоды. Это бхакти раса. Я вам пример привел.
Ватсаля расы. We can look. Мы можем это увидеть также в Сакья расе, Ватсаля расе, Мадхура расе, повсюду. Before Rupa Goswami and Chaitanya Mahaprabhu, и Чайтанья Махапрабху, до них было только бхакти, повсюду. У Рамануджи, у Нимбарки, во всем мире, с самого начала только бхакти. Но не было бхакти-расы. А когда Чайтанья Махапрабху пришел, он сказал об этом Рупе Госвами, все эти учения, он сделал это бхакти-расой. Тогда он написал Рупа Госвами Бхакти-расамрита Синду. И он написал, что такое бхакти-раса. Но необходимо знать, как смешивать все составляющие этой бхакти-расы. Нужно объяснить это, как смешивать, чтобы получилась правильная раса. Если вы берете килограмм сахара и только несколько капелек воды бросаете, и 10 килограмм лимона, и 2 килограмма кевры, тогда будет неупотребимо, невкусно, и будет проблема для вас. Поэтому вы должны знать правильные пропорции, как это все смешивать, и научиться этому у экспертного мастера. Тот же самый рис, дал, овощи, масло и специи, соль. Все вы можете это смешать так и приготовить, что никто не будет есть. Но другой ничего другого не положит, а из этого же приготовит что-то хорошее. Это зависит от личности, который смешивает и готовит это все в правильных пропорциях. Тогда это будет бхакти-раса. Рупа Госвами не описывал, в каких пропорциях смешивать. А кто подсказал нам об этом? Рагунат Дас Госвами. Как смешивать? Как сделать расу? Он знал от Рупы Госвами об этом. И он дал формулу, как сделать эту расу. И мы должны стараться быть квалифицированными. Но если мы говорим, мы не пойдем к Рагунат Дас Госвами и к другим Госвами, мы сами будем делать бхакти, и тогда все получим. Но это не будет совершенно бхакти. Это даже не будет Сварупа Сиддха бхакти, просто бхакти. В этом случае это будет только Аропа Сиддха бхакти. Даже Санга Сиддха вы не сможете делать одни. И никогда оно не превратится в бхакти расу за миллионы даже жизней. Свамиджи поэтому он увидел он знал истинное значение этой песни. Рагунат Дас Госвами написал об этом. И Шрила Кришнадас Госвами, Шрила Джива Госвами, Наратам Дас Такур, они все это приняли, его спутники. Шрила Бхактивинод Тхакур, Шрила Вишванат Чакраварти Такур, они рассказали все это. Они, а Чайтанья Махапрабху хотел дать капельку. Свамиджи хотел принести вам капельку этого всего. Он переехал столько много соленой воды. Он, его Господь защитил, он переехал много соленой воды, огромный океан, и потом приехал сюда к вам. Отчего он вас спас? Что такое соленая вода? Как он вас спас от этого? Что такое соленая вода? Если бы он вас не спас, что бы было? Тогда это было бы смешано с солью. Что значит соль в вашем бхакти? Ешь, пей, веселись, женись, наслаждайся, обманывай других, лицемерь, притворяйся, все это соль.
Then, тогда a sprinkle only can come from that Raghunath Das Goswami. Капелька чистой вещи может прийти только от Рагунатха Дас Госвами. Таково было послание. Он хотел дать нам это. Чайтанья Махапрабху принес это с Галока Вриндаваны Дхамы. Свамиджи также принес нам это. То же самое даю я. Вы можете это увидеть, сравнить. Почитайте, у Свамиджи это где-то он написал обязательно. Потом Бхакти Раса, значит, вы поняли, что это такое. Шримад Бхагаватам описывает Бхакти Расу, Гопи Гита. Вот в этой шлоке. Dhanyasvamudhamatayo apiharanyeta Jnanandanandanam upatta vichitravesha Akarna venuranitam saha krishna sara Ujanda dhauri Смотрите, олени приходят. Приходят к Кришне, они так удачливы, говорят гопи. Мурха, фолис. А некоторые люди говорят про них, что они глупые, эти животные. Но на самом деле нет, они не глупые. Они приходят к Кришне послушать его, звук его флейты. Это очень сладостный звук. И видя лицо Кришны, они забирают его в свое сердце, его стопы в сердце, и они молятся Кришне о любви к нему. Или о его любви, они молятся ему. И из уголков глаз олени смотрят на Кришну, и Кришна им отвечает, да, конечно, почему нет? И он дает им прему. Посмотрите, как удачливые эти олени, говорят гопи. Мы не такие удачливые. Почему? Потому что наши мужья, наши родственники, все они против нас. Если они увидят, что я иду к Кришне, тогда они почувствуют это. Они принесут палку. Они будут спорить, ругаться со мной. Я скажу, да нет, я не иду к Кришне встречаться, но они не будут верить мне. Если я пойду к нему, тогда мой муж скажет, я тебе сломаю ноги, чтобы ты не ходила туда. А как эти олени удачливы. Оленихи удачливы. Смотрите, олениха идет, а муж идет за ней и говорит ей еще, не беспокойся, я с тобой. Пускай другие говорят, что хотят, но я с тобой. Я поддерживаю тебя. Иди к Кришне и моли Кришна прему. У Кришны, проси Кришна прему Кришне. Это Бхакти Раса. Тава катхамритам тапта дживанам кавибиритам калмаша шамана мангалам шимадататам гуитридантите гуридаджана. Это Бхакти Раса. Гопи говорят об одном и том же стихе, но с разными смыслами. Некоторые говорят, катха тебе, она такой нектар. А другие говорят, твоя катха рассказывает тебе как яд. И приводят много примеров этого. Те, кто распространяет эту харикатху, этот яд, а как нектар сначала, те, кто распространяет этот нектар, у них есть книжка Шримад Бхагаватам под мышкой, и у них браманский шнур, побритые волосы, тилок, канхималы на шее, тулусималы, и кричат, идите ко мне, совершенно бесплатно. Я обучу тебя Шримад Бхагаватам.
They are Burida. Такие личности Бурида. So much wealth. Они дают такое богатое пожертвование всем. Нет никого такого же большого жертвователя во всем мире. Но другие гопи говорят, нет, это Харикатха, имя Хари, Хари, а это яд. Почему? Потому что это расстраивает нас, заставляет страдать. Мы так были счастливы в нашей грехаста ашраме, в нашем семейном кругу. Но когда мы услышали звук флейты Кришны, услышали его прекрасное лицо и начали повторять Харикатху, мы стали сходить с ума. Мы оставили наших мужей и наши мужья. А те, кто слушает такую харикатху, они оставляют своих мужей или жен, уезжают во Вриндаван, и они тут плачут по Кришне, а их родственники плачут дома по ним. Поэтому те, кто слушает эту харикатху и слушают святое имя, они страдают. А те, кто распространяет ее, они как убийцы, убийцы. Почему? Потому что без всякого, они просто берут Шримад Бхагаватам, без всякой ценницы, оплаты идут от двери к двери по деревне, говорят, мне не нужны никакие деньги. Я хочу только, чтобы ты послушал Шримад Бхагаватам. Те, кто распространяет эту харикатху таким образом, они как убийцы. Не ходи к ним, не верь им, они обманут тебя. Гопи так говорят. Посмотрите на нас, мы были обмануты. Мы услышали где-то харикатху, и теперь мы такими стали. Кришна наставил нас, и теперь мы все плачем и страдаем, ходим по лесу. И наши мужья плачут, наши матери, наши родственники, все плачут. Посмотрите, мы тоже слушаем харикатху, оставили наших детей, богатство и все остальное. Это повсюду происходит. Это бхакти-раса. Это брахма-радита. А что такое бхакти-раса-сара? Читание Махапрабху, он спахтал все это. Потому что он Рада и Кришна вместе. Оба настроения там. Красота обоих вместе. Милость обоих смешана вместе. И они такими могущественными стали. И они могут сделать бхакти-расу-сару. Что такое бхакти-расу-сар? Любовь супружеская, особенно настроение Рупы Госвами, это бхакти-раса. Особенно настроение Шримати Радхики Махабхава, Руда, Адирудха и все эти вещи, которые были описаны в Чайтанья Чаритамрите. Это все бхакти-раса-сара. Человек, который получил знания где-то там в университете, в колледже, в больших университетах, он не может это понимать. Просто читая санскрит, вы также не обретете этого. Только те, кто выбрали две лотосные стопы читания Махапрабху, они поставили их в себе в сердце, следуют ему, слушают, что он говорил, исполняют его наставления. Очень просто. За короткое время они обретут эту бхакти-расу, и не только бхакти-раса-сар, настроение Шримати Радхики, они поймут. Это то, что читание Махапрабху одарил, да, подарил нам. Это бхакти-раса сара. Гаурангира Мадхура Лила, джар карне правишила. Пожалуйста, не спите. Очень сладостные игры. Какие игры?
Однажды Махапрабху спал в Гамбире, а через какое-то время бхакты увидели, что Махапрабху уже нету в Гамбире. Они пошли его искать, но не могли его найти. Они искали там, там, там. Это Гамбира была на 7 дверей закрыта, и он прошел через все закрытые эти двери, и как-то ушел, исчез. Они не могли его найти нигде. Они искали его там, где он, Чайтанья Махапрабху обычно ходил днем. Они отправились на океан, они отправились в Тота Гопинатх, они отправились в Джаганнатх, Тота Айтота, сад Джаганнатхи. И они увидели там, что Чайтанья Махапрабху лежит как мертвый, и все его части тела, они вытянуты очень. И он лежит и умирает. Сварупа Дамодар пришел с Рай Раманандой и другими бхактами и начали плакать. Что делать? Сварупа Дамодар посоветовал им: начинайте повторять Хари Кришна очень громко. Они начали повторять Хари Кришна и петь Маха Санкиртану, обходить Махапрабху. Через какое-то время Махапрабху очнулся, пришел, начал повторять Харинам также. Что вы здесь делаете? И потом он стал сокрушаться и плакать. Я спал в Гамбире. Я услышал сладостный звук флейты. И после этого что случилось, я не помню. И как сюда я пришел, я не помню. И потом играл с Кришной, гопи танцевали с Кришной, я с ними также танцевал, как Рада, танцевал с Кришной. Зачем вы вытащили меня оттуда? Зачем? Кто я? Куда мне сейчас идти? И он опять стал плакать. Так или иначе, они его успокоили, отвели его в Гамбиру, начали служить ему. Он спросил: я что-то делал неправильно, что я говорил? Почему я плакал? Скажите мне, объясните, что случилось? Чайтанья Махапрабху спрашивал, почему я плакал? Он забыл обо всем. Это настроение Радхики. Радхика, она наслаждается красотой Кришны, четырьмя его главными мадхури. Это бхакти, раса, сара. И это Чайтанья Махапрабху. И если кто-то осознал, что кто-то ищет в своем... Если даже немножко этой харикатхи о Чайтанье Махапрабху придет в уши, тогда Тара Хридая Нирмала, сердце такого преданного, кто будет слушать игры Чайтанья Махапрабху, оно станет чистым. И нет необходимости что-либо другого. Йогой, тапасей, гьяной вы никогда этого не достигнете. Никогда. Никогда Вайди Бхакти этого не принесет. Поэтому, если вы слушать будете это, Хридая Нирмала Гелатара, тогда сердце ваше будет чистым. Но иногда люди говорят: да мы не квалифицированы слушать Лилу Чайтанья Махапрабху. Почему? Потому что Кришна Лила и Гора Лила то же самое. Но не думайте, что Чайтанья Махапрабху это Радхика, это будет оскорбительно. Когда кто-то говорит об этом, мы затыкаем уши и не хотим слушать. И никакой человек не должен приходить к нам и говорить такие вещи. Это оскорбительно. Это против того, что говорил Свами Махарадж. Это так будут говорить. И люди, которые ничего не знают, они будут верить в это. Почему? Потому что они мои духовные братья.
Поэтому мы не будем слушать такие вещи. Такого рода описание, это как яд. Нет. Запомните, я хочу. Я беспокоюсь. Очень. Что кто-то из них говорит, что Нараян Госвами Махарадж приехал и дает инициацию тем, кто уже инициирован. Но это все глупости. Они, это полный обман. Зачем они так говорят, я не знаю. Они не могут доказательств этому привести, что я кого-то инициировал. Можно спросить их, приведите пример. Я никого не инициировал. Только несколько человек, которые пришли, те, кто приходит ко мне, падшие, я им помогаю, тем, кому нужна помощь, я им помогаю. Я никогда не давал им никакую инициацию. Зачем они говорят такие вещи? Это как оскорбление. У меня нет времени делать это все. Они делают такие глупости, а я не протестую против этого. Но я думаю, это наша обязанность сказать им, что я этого никогда не делал. Потому что новые преданные приходят в бхакти, и они обманутыми оказываются. Поэтому я думаю, надо ответ им дать на это, что Нараян Госвами Махарадж никогда таких глупостей не делал. И в Матхуре он такого никогда не делал. Нет, ни с одной личностью он так не сделал. Но я помогал многим, Тамал Кришна Госвами и другие саньяси. Они приходили ко мне. И если считать это инициацией, то тогда, конечно, я им дал всем инициацию. Я дал инициацию миллионам преданных. Смотрите, все жители Матхури, Вриндавана, Навадвипа, они все мне говорят: «О Гурудев, о Гурудев». Шикшагуру может быть Гурудевом тоже. Если кто-то показал нам Гурудева, это Вартма Прадаршака Гуру, тоже Гуру. Мы тоже можем быть Гуру. Мы можем считать их Шикшагуру. Все Матхураваси, которые живут в Матхуре и Вриндаване, в Навадвипе, все они меня считают Гурудевом. Хотя я не квалифицирован, но они думают обо мне так. Но это не инициация. Я не проводил ни ягью, не давал им упавиту. Это инициация. Но я им сказал, но если кого-то зову, допустим, ослик идет, я говорю: «Эй, ослик Махашай, иди ко мне, повторяй Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна». Или я отправляюсь в лес глубокий, да, в горы, и я кричу: «О, деревья, повторяйте, о, трава, повторяйте, о, лошади, повторяйте, Хари Кришна, Хари Кришна». Если кто-то думает, что это и есть инициация, ладно, хорошо. Мне нравится таким образом инициировать весь мир, как с вами же делал. Нет в этом опасности никакой. Но огненное жертвоприношение, брахманский шнур, первая, вторая, третья, четвертая инициация, я этого ничего не делал. Почему они обвиняют меня в этом, если они думают, что Тамал Кришна или Гирирадж Махарадж были инициированы мной, или вот это Шьямарани была инициирована мной, потому что я ее зову, ее Шьямарани. Ослику я говорю: «О, Хари, Хари, иди сюда». Или собаку вижу: «Эй, Шьям, иди сюда». Это что, я ей дал инициацию, просто назвав ее так? Джей Гурангер Намало Тарахой Премадой. Сколько минут осталось? Прошло, вернее. Я хотел закончить сегодня.
Но нам не придется остановиться. Те, кто принимают имена Гауранги. Гаура Анга. Гауранга means? Гауранга значит. It becomes Гауранга. Гауранга. Гаури это Радика. Анга, who has Anga. Taken is Гауранга. Та, которая приняла. Четани Махапрабху is Радика. Это Гауранга. Читани Махапрабху это Радика. И те, кто приняли Сачинандана Гоура Хари, Тарахоя Примадхой, те, кто не принимают Гаурангу, за миллионы жизни они не обретут прему, но просто повторяя имена Гауранги, Гора, Гора, Сачинанда, Гоура Хари, прему удая, что значит прему удар? Бхава, прему удара, прему удай. Это Вишудха Сатва. Она сама придет к вам. Тары Муи Джай Болихари. Те, кто приняли это, прямо удоя происходит с вами. Настроение приходит к вам. Это прямо Абхас. Это называется прямо Абхас. Как Аруна Удая. Солнце еще не поднялось, но уже светает повсюду. Когда это приходит, тогда к Шантира Абьятта Кала Твам. Это симптомы. Этого недостаточно еще сказать. Я получил бхаву. Настроение бхавы. Нет, есть признаки определенные. Кшантира, вьяхта, калартвам. Я хочу это все вам объяснить, чтобы вы поняли сами, что значит према абхас, который является бхавой. И это еще внешние признаки, это не внутренние признаки. Внутренние признаки невозможно объяснить, это только внешние. Только внешних признаков мы не можем. Мы можем немножко коснуться. Если внешние такие могущественные, что же говорить о внутренних признаках? Я не уверен, хорошо вы услышали или нет, там Шрила Гурудев говорил, что все эти анархи, все желания, когда вы бхакти совершаете, но с материальными желаниями, они как стена для бхакти, препятствующая бхакти, которую не перепрыгнешь. И также эти пять составляющих бхакти раз Шрила Гурудев перечислил. Бхава, анубхава, вибхава, Виабичари Бхава, Вибхава, Анубхава, Сатвика и Виабичари. Вот эти вещи, составляющие бхактирасы. И они смешиваться должны в правильной пропорции.